Всем привет! Сегодня 8 июня 2022 года. Это мой блог, который так и называется «Мой 2022 год». Сегодня я работаю, как всегда, ведущий мероприятий. И снова я на проекте MR Group, ЖК Селигер Сити. Последний куб бетона, третий в очереди строительства. Она находится у меня за спиной, а пока я решил сходить на экскурсию, посмотреть первую, вторую очередь, где когда-то был котлован. В далеком 2017 году я также вел тогда еще первый куб бетона. А вот фотографии как раз с этого дня. Это был май 2017 года. Закладывали капсулу времени и первый куб бетона ЖК Селигер Сити. И вот прошло, сколько там уже получается, 5 лет, и здесь живут люди. Уже первая, вторая очередь давно сдана, и я пришел посмотреть, что здесь происходит, а потом вам покажу фрагменты закладки последнего куба бетона третьей очереди. Через эту арку я сюда попал и сразу оказался в настоящем оазисе. Вот люди гуляют с колясками, мамочки. Такая красота здесь. Вот это искусственный пруд. Уникальная конструкция, на самом деле, уникальная архитектура, потому что под землей находится подземный паркинг, и это реально высший пилотаж сделать пруд над паркингом. Детская площадка. Тут пляжи с настоящими гамаками. А, то есть лежаками, но гамаки тоже есть. Я как раз иду гамаки посмотреть. А я говорю, можно мне сходить посмотреть? А мне сказали, обязательно покатайтесь в гамаке. Но я в таком виде, что в гамаке кататься не тянет. Но посмотреть гамаки я с удовольствием. А вот и они. Да, реально. Пляж с гамаками. Фантастика. Кто-то уже заселился, сделал ремонт, живет. Тут есть квартиры от MR Group с отделкой. Насколько я вот только что узнал, слышу звуки ремонтов. Видимо, люди уже постепенно тоже заселяются, квартиры еще продаются, и продаются также в третьей очереди, которую сегодня мы делали закладку последнего куба бетона. А что такое закладка именно последнего куба бетона? Это означает завершение монолитных работ. Потом уже начинаются отделочные работы, но поскольку монолитные работы завершаются, это считается таким уже главным, основным и важным этапом. А здесь я вижу, ух ты, какие классные детские площадки, причем они закрытые, видимо, не знаю из каких соображений, то ли только что сделали, то ли чтобы сюда никто не лазил, то ли чтобы пока сюда никто не лазил. Вот. А, и как вариант, кстати, это может быть еще детский садик, не буду брать на себя ответственность, но вполне возможно, что да, это для малышей сделано. И вот смотрите, есть спортивная площадка, трибуна для болельщиков, и вот. Здесь баскетбол, футбол, сразу все, что надо. Судя по тому, что за время своего путешествия я не встретил здесь ни одной машины, здесь успешно реализована концепция идеального двора без машин. Сзади вот проходит, смотрите, тренировка, прекрасная спортивная площадка. А мне сейчас менеджер MR Group классную вещь сказала. Она говорит, что этот проект начинался как дома класса комфорт, а пришло к тому, что все-таки это бизнес-уровень. И действительно, здесь очень крутая отделка, и жилье, я уверен, действительно достойное. Уже номера у домов. Эльменский проезд 14, корпус 6. О, указатель.
Ну, вообще, как в другом городе в каком-то находишься. И все огорожено, территория огороженная. Вот, сейчас буду узнавать, как отсюда выйти. Ну, а сейчас давайте из этой красоты перенесемся на стройку, где сегодня последний куб бетона третьей очереди ЖК Селигер-Сити. У нас идет монтаж декораций. Пишите ее вправе, давайте сначала попозируем нашим фотографам. Они очень просили вам об этом сказать, что не сразу бросаем, а сделаем историческое фото. Итак, мы отправляем, да, прям туда, прям в будущее. Заложили успешно последний куб бетона третьей очереди ЖК Селигер-Сити. Прекрасная солнечная погода, я бы даже сказал, жаркая. Я покидаю это красивое место. Надеюсь, что мой блог, мой видеообзор был для вас интересным, полезным. И я желаю всем жильцам, кто здесь окажется, хорошего жилья, комфортного проживания. Уверен, что здесь действительно круто. Ну, а если вам будет нужен хороший, достойный ведущий, который внес свою лепту и несколько мастерков цемента на закладке первого куба и последнего куба, то есть я, можно сказать, тоже строил этот объект, то обращайтесь, в описании ролика найдете, как меня найти. Ну что, всего вам доброго, до новых встреч. Попробую отсюда выйти. Да, у меня получилось через кнопку. Пока-пока.